Это Адриан. Мой брат. Мой Шурин. Месяц назад у твоих родителей я попросил его произнести тост на нашей свадьбе. Мелочь, а приятно. Ну, хоть какой-то подарок. Что? Тост. Вот это подстава с его стороны. Мне кажется, он немного разнервничался. Все же такая честь. Он вообще стеснительный. Страсанул слегка. Счастье, здоровье, ненавижу свадьбы! А-ха-ха! Не очень слегка, честно говоря. За ужином он пожелал нам много всего. И не самого доброго. Например, скоропостижной смерти. Лишь бы тост не произносить. Глупо с его стороны, тогда бы ему пришлось выступать на наших похоронах. Свадьба веселее. Ну да. Тост. Вот дурачок. Мы любим Адриана. Очень. Скоро в кино.